Напередодні рятувальники попередили українців. У неділю в багатьох областях нашої країни пройде сильний сніг. 13 листопада активний циклон зумовить складні погодні умови у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, попереджає ДСНС України. Про непогоду в столиці поговоримо з Романом Ткачуком, начальником управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА. Доброго ранку, пане Романе. Доброго утра. Якщо говорити про ситуацію, яка наразі в Києві, яка вона? Ситуация абсолютно подконтрольная. Мы не получили такого сильного снегопада, который мы ожидали по прогнозу погоды, но вместе с тем 143 единицы техники ночью вышли на работы. Все на утро все подъемы, спуски просыпаны. Я лично сейчас ехал к вам в студию на эфир, проехался по подъемам, подольский спуск очень хорошо просыпан. Проблем по общественному транспорту нет никаких. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Зараз мы бачимо, снегу немає. На что очікуєте сьогодні? Мы ожидаем снегопад до обеда понедельника. В любое время до этого промежутка времени, согласно прогнозу погоды, может пойти снегопад. Техника приготовлена. Уже в репортаже вы видели. Больше 300 единиц техники только по автодору приготовлено. 25 тысяч тонн песко-солевой сумеши приготовлено. Кроме этого, Пастранс, Зеленбуд, департамент жилищно-коммунального хозяйства все приведены в повышенную готовность. При малейшем снегопаде все начинают работать, убирать снег и просыпать песко-солевой сумешью, чтобы не было гололеда. Были повідомлення про співпрацю с гидрометцентром. Які питання вирішуються під час такої співпраці? Наш оперативный дежурный ежесуточно, постоянно, круглогодично все время поддерживает прямую связь с гидрометцентром. Гидрометцентр дает нам предварительную информацию, что мы можем ожидать. Информацию о данном снегопаде, который мы ждем сегодня, мы получили еще в среду, в четверг. Мы знали об этом прогнозе, и уже заранее мы могли приготовиться. Очень важна данная информация от гидрометцентра. Заздалегид, заранее мы можем приготовить свои силы, мы знаем, что может произойти. Исходя из этого, мы готовимся, к примеру, закрыть город, ограничить въезд крупногабаритного транспорта, либо заранее остановить, не выпустить на маршруты крупногабаритный пассажирский транспорт, троллейбусы и автобусы, для того, чтобы они не создавали проблемы и пробки на спусках подъема. Какими будут ваши идеи, если снег начнет швидко тануть? Самое главное, чтобы у нас не было гололеда. Это прежде всего. Если у нас будет слишком быстрое таяние снега, наша задача контролировать ливневки. Автодор, есть специальные бригады автодора, которые контролируют ливневки, чтобы не было подтоплений, проезжей части и прежде всего автобусных остановок, где собираются люди. Зачепили тему вантажівок великогабаритних. Чому було взагалі заборона в'їзду такому автотранспорту? В принципі, це крайня міра, на яку йде руководство міста. Вона, прежде всего, направлена на те, щоб підтримати Київавтодор і Пастранс в уборці території, в чистці вулиць, для того, щоб не створювалися пробки. Ви пам'ятаєте по проблемному снігопаду 2012 року, коли у нас із-за крупногабаритного транспорту зупинилося все рухання в місті, на спусках-підйомах зупинилися фури, тролейбуси, автобусы, которые ограничили движение. Исходя из этого, если мы знаем о том, что мы ожидаем сильный снегопад, мы готовимся к закрытию города. Ограничение въезда в город крупногабаритного транспорта – временная мера, которая, ну, допустим, там, на 3 часа утром или на 3 часа вечером, в часы пик, для того, чтобы дать возможность автодору по Пастранцу поддержать их работу по очистке города. Кроме этого, если руководство города принимает решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта, это ограничение доводится и до Киевской области, и до соседних областей. То есть ограничение въезда начинает работать уже на въезде в саму Киевскую область, для того, чтобы на подъезде к городу не создавать большие пробки и большие очереди из грузовиков. На який період буде діяти ця заборона? На скільки днів? Адже ви сказали, що три години? Это все управляется в оперативном режиме. Данное решение принимается нашим оперативным штабом, который работает круглосуточно. Мы принимаем это решение негайно. Все зависит от погодных условий, насколько тяжело убирать город, насколько справляется автодор. Мы сегодня на утро планировали ограничивать въезд в город, но решение такое не было принято, потому что нормальные погодные условия, автодор справляется. Щодня ситуация изменяется,
рішення щодня приймається. Так точно. Так? Чи взагалі надаватиметься, якщо забороняється в'їзд великогабаритного транспорту, чи надаватиметься їм майданчик для того, щоб водії могли залишити там машину і бути спокійними, конечно, що з ними нічого не трапиться? Якщо на длительное время буде ограничуватися в'їзд в город, будуть організовуватися пункти обогрева. Основними точками опори у нас являються блокпости. У нас є 8 основних в'їздів в город. Державна служба воспитання надзвичайних ситуацій вместе з районними адміністраціями, де знаходяться в'їзди, підготовили пункти обогрева. Вони можуть бути розвернуті в течение часу і обеспечені вплоть до гарячого чаю і продуктами питання. Пане Романе, таке питання. Що б могли порадити киянам, якщо все ж таки буде негода? Точніше, давайте спершу автолюбителям нашого міста, що могли порадити, потім вже порадимо киянам, які без машин. Що можете сказати автолюбителям нашого міста? Ну, буду банален, буду говорити прості речі, але в дійсності у нас починається зимний період. Прежде всего, машина должна быть переобута, должна быть зимняя резина, она не должна быть лысая, машина должна быть технически обслужена, ходовая должна быть проверена, машина должна спокойно и уверенно себя чувствовать, в том числе и на гололеде. Естественно, что и в технике вождения водители должны делать какие-то уже поправки, должны держать большую дистанцию, должны соблюдать скоростной режим. Мы прекрасно понимаем, что на гололеде скоростной путь увеличивается в 4-5 раз. Исходя из этого, и пешеходы, и водители должны быть корректны при плохих погодных условиях. Щодо киян пішоходів, що могли їм порадити, можливо, якісь лайфхаки, якісь ноу-хау, як зберегти своє здоров'я? Нічого нового не скажу. Опять же, буду дуже прост. Дійсно, коли у нас починається снігопад, коли починається зима, у нас є проблема наліпання снігу на крышах, на деревьях. З ЖЕКами дана робота проведена. К примеру, якщо ми говоримо о крышах і сосульках, бути дуже внимательними, не підходити близько краю крыши. Если стоит ограждение, не проходить под ограждением, а желательно его обойти, потому что ограждение ставится для того, чтобы не упал снег или сосулька, или проводятся какие-то работы. Исходя из этого, нужно быть очень аккуратными, носить обувь не скользкую, для того, чтобы не упасть на банально скользком гололеде, и следить за собой. В принципе, взуття и дивитись під... Да, и смотреть по сторонам, чтобы ничего не произошло. Дякую вам, пане Романе, за те, що завітав до нашої студії, дякую за такі поради. Я ж нагадаю про надзвичайну ситуацію. Столиця саме снігопад. Говорили з Романом Ткачуком, начальником управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА.